Я официально вручаю за подпись самого главы муниципального образования Мурашовой вам грамоту за самый разнообразный ассортимент доставленных. Пожалуйста. Спасибо. Поздравляем, поздравляем вас. На кулинарном фестивале нет проигравших и победителей. Каждый лучший в своей номинации. А главное, верен любимому делу и родному городу. Свою продукцию представили пекари, те, кто кормит отдыхающих в здравницах. В этом уголке дары солнца и моря. Дарья выращивает моллюсков на утрише. Лет 6 назад начали экспериментировать с устрицами на уровне «приживутся или нет». Сегодня выросла первая товарная партия. Мы как начинающие предприниматели, администрация очень помогает в продвижении. Вот как мы стартаперы, да, на старте находимся. Вот, собственно, вот такие мероприятия, они очень хорошо, как раз-таки именно тоже в рекламационных целях работают. Моросящий дождь шел до обеда, однако. Многие анапчане, верные себе, пришли отведать шашлыка. У Валентины Ермоленко также традиция. В эти дни она приезжает сюда отдыхать из Самары. Хорошо, мы каждый год приезжаем сюда, уже лет 10. Из-под навеса в зал. На сцене лучшие творческие коллективы города-курорта. День показал, что дождь празднику не помеха, а кто бывал в походах или экспедициях, знает, как уютно в палатке или под навесом, когда вокруг дождь, а в кружке горячий чай.